Картину смертельного ДТП в Харькове сегодня воспроизводили в суде. Напомню, 18 октября Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся на перекрестке с Volkswagen и вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Погибли 6 человек тогда. Зайцева, а также второй водитель Геннадий Дронов теперь на скамье подсудимых. Что рассказали об аварии пострадавшие, видела Светлана Шакера. Пострадавшая в ДТП Анна Комар участвует в процессе по видеосвязи. Из-за травмы ноги она не может приехать в Харьков. Девушка до сих пор проходит лечение. Я приняла другую группу инвалидов. Я покупаю на облик у травматолога, на у травматолога. На костылях приехала в суд и киевлянка Оксана Нестеренко. Рассказывает, тогда была в Харькове по делам. В тот вечер перед отъездом зашли с подругой выпить чаю. Стояли у пешеходного перехода. После того, как сталася авария, мене занесло під припарковану поруч машину. 4 місяці мені складно знаходитися в такій ситуації, що я від когось мушу залежати, як фізично, так і фінансово. Впервые рассказывает о произошедшем и Жанна Власенко. Тогда она была беременна. 3 недели после аварии женщина провела в медикаментозной коме. Помнит только звук летящего на нее Лексуса. Мне по фотографиям показывали, в какой квартире я живу, где я живу. Цього я взагалі не пам'ятала, я не знала, что было. Я даже не знала, в какой країні я. На данный момент мы не знаем, что с нашими дитиною буде, как будет. Потому что ни один лікар не может сказать, что все будет чудово. У Людмилы Фабрис в аварии погибли дочь и внучка. Когда на следующий день после аварии Людмила Васильевна дозвонилась дочери, трубку взял следователь. Лиц не было, все изуродовано. И когда я вижу вот видео, на котором лежат мои 2 девочки на асфальте, я вообще это не могу. Вы понимаете, эта картина стоит передо мной все время. Показания пострадавших обвиняемая Елена Зайцева слушает с каменным лицом. Ее защитник обращает внимание на то, что 5 человек приняли по 50 тысяч гривен помощи. А это смягчающее обстоятельство. Все потерпевшие это подтвердили, что попытки оказать помощь семья Зайцевой Алены, начиная с октября месяца, действительно совершали эти попытки. Опрос свидетелей продолжат на следующем заседании 6 марта. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову грозит по 10 лет тюрьмы. Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков.